Посмотреть, как они там без нас обходятся. Вы знаете, обходятся. Немцы, конечно, поаккуратнее нас будут. Поаккуратнее. У них, если бросишь окурок, тут же уберут. У нас, если ты бросил окурок, никто и не заметит. Потому что вокруг твоего еще 100 таких набросано. А у них там я эксперимент проводил. Бросил, убрали. Бросил, убрали. Вместе со мной. Привезли в отделение полиции. Полицейский кричит: кто такой? И где работаешь? А я же не знаю, как сказать по-немецки, значит, прораб. Что это? Какое слово? Я сказал просто. Он говорит: где работаешь? Я говорю: группенфюрер. Немец аж подпрыгнул. Кто? Группенфюрер? Я говорю: я. Хер прорабом. Стройка, понимаешь? Арбайтен кругом. Их бин гастарбайтен бригаден генерал. Ферштейн! Кто Ферштейн? Хендехох! Немцы подняли руки и стояли, пока я не ушел вот в таком положении. Боятся наших туристов, значит, уважают. Вот что я вам скажу. Это очень круто. И все у немцев главное. Sehr gut. Ein, zwei, drei, vier. Schnell, schnell. Ein, zwei, drei, vier. Schnell, schnell. Думаете, это не марширует? Нет, это не сексом занимается. Да. Строго по расписанию раз в неделю, стало быть, 4 раза в месяц с перекуром. 48 раз в году по четвергам. И все это у них называется «Das ist fantastic». Вот такое вот впечатление. В Англии был, значит, месяц там жил. Вообще, надо сказать, страна просто потрясающая. Англичане изумительный народ, а вот по-английски плохо понимают. Месяц с ними разговаривал, ну хоть бы кто понял. Вот, например, на вокзале кассирщик, говорю, беру билет, на чистом английском языке говорю: please. Такое звучное такое. Please. To ticket. To Dublin. Она говорит: куда, блин? To Dublin. Куда, блин? Наша оказалась. В Лондоне мне не понравились туманы. Вот это нехорошо. С этим что-то надо делать. Гулял по городу, туман налетел. Еле-еле на ощупь добрался до гостиницы. Захожу к себе в номер. Что такое? Кто-то на моей постели сидит. Старуха какая-то. Я говорю: вы кто? Она говорит: я Елизавета Вторая. Я говорю: а где первый-то? Ну, думаю, горничная сидит, чаевые ждет. Я говорю: Лиза, чего это вы тут расселись? Как королева. Вы пойдите, чай принесите, постель приберите. Я вам чаевые дам. 100 рублей. Уже потом, когда охрана вышвыривала меня из Букингемского дворца, я понял, что ошибся дверью. Французы веселый народ, хороший такой. Но бесстыжий жутко.
Ой, какие бесстыдные. Прямо на улице, на тротуаре целуются. Такое бескультурье. Мы себе такого позволить не можем. У нас могут в потемках на улице раздеть. По морде надавать от души. Деньги отнять. Ну, на худой, как говорится, конец изнасиловать. Но чтоб целоваться, никогда. Это не гигиенично. Французы гордятся тем, что у них 300 тысяч сортов вина. Зашли с приятелем в ресторан, подскакивает официант, вам какого вина? Белого, красного. Я говорю, белого. Вам помоложе, постарше? Я говорю, постарше. Вам полусухого, сухого? Я говорю, сухого, давай. Вам какой сорт? Каберне, Божоле, Бордо, Шардоне, Мерло. Я говорю, иди нафиг, принеси водки. Подумаешь, 300 тысяч сортов вина. У нас 1 000 000 сортов водки. Пойдешь в магазин, не знаешь, что взять. 2 по 0,7 или 4 по 0,5. И смех, и грех. В Африке был. Вот где цивилизация. Я у одного аборигена спрашиваю, товарищ папуас, скажите, пожалуйста, как вы, папуасы, кокосы собираете? Вы же папуасы, кокосы любите? Ну, как вы, папуасы, кокосы достаете с высоких пальм? Это же поделитесь опытом с нашими колхозниками. Может, мы тоже папуасы сажать будем? Собирается пальм. Давайте, рассказывайте. Чего таится-то? Он говорит, мы не собираем кокосы. Мы, папуасы, вообще никогда не собираем кокосы. Мы их только едим. А как же? Ну, так же. Ветер дует, они сами падают. Ну, а когда ветра нет, ну, тогда не урожай. Вот так. В Италии меня очень неприятно удивило, извините за выражение, Пизанской башни. Не буду говорить, в каком городе. Здесь приличное место. Покосилось. Эти гастарбайтеры... Схалтурили, понимаешь? Я вам как опытный группенфюрер говорю. Схалтурили, это называется произведением искусства, памятником архитектуры. Да если у нас в стране все, что покосилось, называть памятником архитектуры, у нас не страна, а музей. Что? Израиль, богатая страна, очень хорошая, богатая, да. Говорит, вчера на улице нашел кошелек, пересчитал, а там не хватает. Остановил Иерусалим такси, говорю, слушай, подвези меня к тому месту, где вы, евреи, все время кричите, плачете и бьетесь головой об стенку. Он привез меня к зданию налоговой полиции. В Турцию отдыхать езжу. Турки чудный народ, очень люблю. Один мне говорит, вы, наверное, в России плохо живете. У вас, наверное, много дураков. Я говорю, полно. Только мы их турками называем. Обиделся. А что обижаться-то? Это шутка. А что ему можно, а мне нельзя, что ли? Между прочим, дурак по-турецки что означает? Кто знает? А? Остановка. Точно, вы там были, да? Там на каждой остановке дурак написан. Умный-то в машинах ездит. Дурак.
едете мимо, если кто-то фотографируется на фоне этой надписи, значит, наш. Регистрируется. Я тоже там зарегистрировался. Египет очень понравился. Египет потрясающий. А потому что было по системе за все заплачено, за все включено. Поэтому есть можно было по системе сколько влезет. Ну, шведский стол, горы мяса, Гималаи. Наши без лишней суеты, без лишних слов. За 30 минут превращают эти горы в голые равнины. Если бы верблюд столько съел, у него третий горб на пузе вырос бы. У меня еда заполнила весь организм. Дыхнуть не могу. Но уже через час оживаешь и думаешь, что бы поесть. И так 10 дней. На 10-й день, слегка протрезвев, наши выползают на пляж и кричат: «О, да здесь море есть!» Уезжаешь с мыслью: «Погоди, Египет, я еще вернусь». Так что берегись, планета, я поехал по миру!